Автор этой композиции Александр Наумович Спасман, замечательный джазовый пианист 20 века. Вещь эта написана была в 1944 году, а первая запись на пластинке уже летом того года была сделана Иваном Дмитриевичем Шмелевым, очень популярным в то время артистом и солистом джаз-оркестра Всесоюзного радиокомитета, которому руководил Александр Наумович Спасман. Мечтаний и только боль воспоминаний.